Добрый день, друзья мои! Сегодня наше видео, кстати, по вашим просьбам, посвящено одной героине, ее персональному стилю и ее гардеробу. Давайте посмотрим, что она сама о себе пишет на своей странице Instagram. Внизу справа на экране вы видите название аккаунта Instagram Оксаны. Оксана Косова – это окей. Стиль жизни – жизнь со вкусом. 50 лет жизнь только начинается. Моя страница повышает любовь к жизни и к себе. И это действительно так. Если вы хотите позитив у себя в ленте в Instagram, обязательно подпишитесь на ее аккаунт. И огромное количество нарядов, которые не вошло в это видео, вы можете их увидеть на ее странице. Много будет и видео, и фотографий. Ну, а мы начинаем. Ставлю на контрасте два совершенно разных образа. Один очень яркий, эффектное сочетание цветов. Второй будет серое с молочным. Но независимо от цветовой гаммы, Оксана во всех своих нарядах выглядит очень эффектно. То есть она так подбирает образ в целом, аксессуары, украшения, чтобы выглядеть эффектно и в то же время очень комфортно. То есть мы чувствуем, что ей очень удобно в этой одежде, что это очень естественно для нее вот так одеться. Наряды ее не затмевают, она остается очень красивой, яркой, эффектной женщиной. И еще довольно много у нее изделий ручного вязания, и каждый раз я буду обращать ваше внимание, когда мы будем анализировать ее образ. Второе, о чем она говорит сама, это позитив. Когда женщина любит себя и жизнь, это сразу же чувствуется. А женщина, которая любит себя и жизнь, жизнь отвечает ей взаимностью обязательно. И это не имеет ничего общего с эгоизмом и эгоцентризмом. Посмотрите пример мини-капсулы, которую предлагает Оксана по дням недели. Как она по-разному обыгрывает одну и ту же вещь из своего гардероба. Глядя на образы Оксаны, просто хочется воскликнуть: ну какая разница, какой вес? Просто надо любить жизнь во всех ее проявлениях, в том числе и вкусную еду. Просто надо наслаждаться ею, жизнью и нарядами, потому что красиво одеться – это огромное удовольствие. И вот это удовольствие от жизни, от красивых нарядов, вот мы все это чувствуем у Оксаны. Совершенно разные образы, и везде она красивая, яркая, эффектная. В общем, здорово. Здорово, что есть такие женщины, для которых вот такой стиль самопрезентации очень естественен. Что они умеют вот так красиво себя преподнести.
теперь давайте обсудим детали. Довольно часто у Оксаны на голове платочек. Это очень удобно, особенно во время путешествий. Чуть дальше будет, ну, наверное, челма. Много солнцезащитных очков, которые всегда подобраны точно к наряду. Эффектные, очень яркие сумочки, которые довольно часто имеют принт. И мы будем потом, когда смотреть, я буду обращать ваше внимание на это. Губная помада и маникюр часто одного и того же ярко-красного цвета, теплого оттенка. Как бы Оксана ни была одета, нет нигде нарядов таких вот в облипку, когда женщина изо всех сил старается показать, что вот она вся такая худенькая и стройная. Наоборот, они все очень расслабленные такие, комфортные и в то же время очень эффектные. Это вот очень важно. Широкие брюки очень хорошо выглядят на Оксане. Мы видели перед этим зеленого цвета, здесь белого цвета. Крупные украшения. На зрелых женщинах, особенно в этом сезоне, крупные украшения – это был просто вот такой очень яркий, очень эффектный тренд. Не все его поняли и приняли, судя по комментариям, но именно на зрелой женщине это выглядит очень хорошо. Некоторые писали, это старит. Какая разница, старит, не старит, это красиво. Женщина получает удовольствие от того, что она вот так выглядит, так одета. Имиджевые очки, посмотрите, не солнцезащитные, а имиджевые. И небольшая вот такая вот челма, платочек вот таким образом завязан. Часто встречается сочетание белого и черного, белого и темно-синего. Принт горошек. Отдельно хочется сказать об этих платьях, очень длинных, практически макси. Видимо, это лен и похожи на какие-то дизайнерские изделия. Очень красиво выглядит Оксана вот в этих льняных нарядах.
Очень яркое эффектное пальто. Выполнено крючком, фрагментами. И даже вот такое яркое пальто, оно не затмевает Оксану. Принцип сезонности выдержан в этом видео. И вслед за летом у нас наступила осень. И чуть дальше будет немного, совсем немного зимних образов. И я надеюсь вернуться к ее коллекции зимних нарядов чуть позже, когда у нас наступит зима. Здорово, когда персональный стиль является отражением личности самого человека, самой женщины. Для того, чтобы так одеваться, нужно быть ею. Но я уверена абсолютно, что какие-то детали, какие-то отдельные идеи каждая из нас может использовать. Или во всяком случае пересмотреть свой гардероб и попробовать начать выглядеть более эффектно, каждый раз выбирая образ, чуть-чуть, может быть, больше акцентов, больше жизни. Давайте попробуем и напишите в комментариях, какое у вас сложилось мнение, что вам понравилось, что вы решили взять для себя из образов этой очень красивой женщины. Она не подозревает о том, что мы восхищались ее нарядами. Ну, я надеюсь, что будет приятно удивлена количеству новых подписчиков. Если это видео было для вас полезным и приятным, поставьте лайк, не скупитесь, напишите комментарий. Если нет времени, поставьте просто смайлик. Ну, а если вы посмотрите рекламу, вы очень сильно поможете мне продолжать мою работу канала. А сейчас с вами прощается Оксана. Огромное удовольствие получила от подготовки этого видео. Восхищает меня такая женщина. Хочется быть такой же. До новых встреч, мои дорогие. До свидания. Будьте здоровы, счастливы.